Традиционный коммерческий турнир по мини-футболу собрал в нынешнем году 9 команд, 4 из которых представляли наш город. В гости к слонцевчанам приехали давние соперники – 3 футбольные команды из Пскова, команда из Луги и 1 команда из Кингисеппа. Турнир называется коммерческим, потому что все команды делают свои денежные взносы, часть которых идет на обслуживание турнира, ну а большая часть после финальных матчей в виде главного приза в размере 25 тысяч рублей достается команде-победителю. За 2 дня было сыграно 18 матчей, из которых в 7 основное время закончилось ничью и необходимо было пробивать пенальти. Этот факт говорит о том, что уровень подготовки практически всех команд сегодня довольно высокий, и очень часто счет матчей во многих встречах был довольно ровный. Среди фаворитов первенства была и команда «Химик». Первый свой матч заводчане проиграли псковичам, а во второй встрече переиграли лужских футболистов. Судя по первенству Кингисеппского района и Исландского района, как бы Цеслов сейчас на хорошем уровне. Ну, мы тоже, у нас есть шансы свои. То есть мы тоже хотим выиграть. И прошлогодний, по-моему, финалист, команда, автофаворит Сапскова. В 2 финальных встречах за 1-е и 3-е место победителей пришлось выявлять по результатам пенальти. Псковская команда «Ростелеком» переиграла Цеслу и заняла 3-е место. А победителем турнира стали футболисты из Луги. В финале по пенальти они переиграли «Химик», которому уступили в первый день круговых встреч.